КПП войсковой части 42-030, Алтыслагерь. 27 декабря 2021 года. Каштанин аллея вот сюда влево на аэродром. Пожарная часть. В настоящее время ранее было пожарной частью. В эту сторону к ЖД переезду. Это была подстанция. И вот это все было КПП здесь. Мы проедем с этого места к автопарку на велосипеде. Поехали. Время я сказал? О, нет, не сказал время. Дату сказал. Вот здесь были ворота, и ранее они тут были, вот видно, направляющие. Створки тут ходили. Сейчас здесь находится клуб юных пожарников. В этом здании не так давно организовался. Нет, клуб был давно организован. Помещение организовали для них. Для этого клуба. И вот мы выехали. Мы на территории войсковой части. 42-030. Вон там видно цеха. Прям завод. И потихонечку поехали. Здесь волейбольная площадка. Развернемся. Посмотрим, откуда мы едем. Да, времени 11:30 я. Что-то все никак не скажу время. Вот мы оттуда едем. Это пожарная часть. А прямо вот так, там, где мы начинали за спиной, вот так прямо, кафе. Офицерское кафе или так называлось. Слева через дорогу от кафе влево стадион войсковой части 42-030. Дальше ЖД-линия. Ну, налево ЖД-переезду. По Каштанину аллее. Здесь сразу бассейн декоративный. Фонтаны. Тут лебеди жили. Вспоминают участники группы, подписчики моего канала. Тут еще дорожка пешеходно сохранилась. А в левую сторону уже объекты, дома летного городка. Вот они там видны. До этих домов ничего тут нет. Ни одной постройки не сохранилось. В том числе не сохранилась котельная. Какие-то еще были объекты с левой стороны. Вот здесь направо сразу был заезд на территорию. Вот тут видно бордюр закругляющий туда. И пошли, пошли, пошли. Отсюда. Да, эта камера сама дергается. 3 градуса мороза в настоящее время. Мороз отступает, падает. Было 8 градусов. Не так давно мороза ночью. Ну и было же днем раньше, до морозного-то дня. 8 градусов тепла, дождь был. Сейчас пасмурно. Как бы дождь не пошел. Вот молодые сосенки, тут какие-то объекты были с этой стороны. Да, вот тут мы видели сразу слева, он начинается тут вот. Молодая поросль. Было здание столовой. Этой же части, войсковой части 42-030. Вот здесь. Убрали столовую, снесли. Может быть, она и стояла здесь по сию пору. Упала крыша. Упала крыша.
стены упали, подоконники окон. И потом убрали. Вот теперь вот выросли на этом месте как раз вот эти сосенки молодые. И проглядывается крыша казармы. Вот дергается как. Вот мы потихоньку едем. Снежок еще лежит, но он полежит недолго, уже скоро растает. Ожидаются плюсовые температуры. Сегодня к вечеру должен быть дождь, и завтра. Плюс к Новому году 8 градусов, 10 градусов тепла. Вот тут тоже как бы заезд был. Вот тут закругляется бордюр, вот сюда пошел. Вот через забор видно. Закругление. И туда прямо можно было выйти ко входу в казарму с этой стороны. Слева казарма, извините, слева здание столовой. Артбригады, войсковая часть 50-346. Вот. До последнего времени артбригада. До артбригады здесь находилась войсковая часть 47-279. И также находились здесь артиллеристы, противотанкисты. От здания казармы здесь было столовое. С этого ракурса, конечно, не было видно этого здания казармы, поскольку тут было столовое. А мы оттуда едем в студеную зимнюю пору. Снежок растает. Что-то летит сейчас, вот что-то наподобие дождя. Вот клацает по моей куртке. Да, вот, дождь. Значит, уже нету минуса. Полетел, ну, надеюсь, мы успеем видео сделать. Не будет скользко. Дергается. Это столовая. Ну что же так дергаешься так? Попробую настроить сейчас, пока мы далеко не уехали. Попробую. Да, тыльная сторона. Здесь где-то баня была. Еще. Вот с левой стороны что? Лес. Молодой лес. Ну, не дергается же. Для чего же мастер? Да, в кавычках, конечно. Вот мы оттуда едем. Ах, вот же какие тут плоды шиповника. Я не слез с велосипед. А, это не тут плоды где-то. Может, видно. Дергаться не дергается, зато не могу повернуть камеру теперь. Ну что ты перехвалил себе? Да. Шиповник. Территория для посещения закрыта. Под любым предлогом. Тут находиться нельзя. Но здесь, где мы едем с вами, спокойно можно ходить, ездить. Поскольку впереди у нас стадион действующий. Вот уже казармы другой части, я уже перечислял. Артбригада, и здесь же мотострелковый полк был, и противотанкисты здесь размещались. И прямо там плац, штаб. Санчасть, клуб,
Вот здесь забор был, мы едем вдоль забора. Вон там ворота были, вот там видно навесы даже. Развернемся навесы посмотрим. Ух ты, не так это просто. Все нам просто. Вот здесь были ворота, поскольку вот столбик стоит. И там видно навес был. Наверное. Но забор 100%. Я видел его, этот забор. Фотографии у нас есть. Бетонный забор. Поэтому до него мы сейчас ехали. Сейчас легкий забор. Не бетонный, как видите. А что это, никак я не сориентируюсь. Извините. Да. Это что-то с камерой. С устройством. Это оператор такой же. Вот здесь был плац небольшой. Артиллеристов против танкистов. Тут же были подразделения, части войск химической и биологической защиты. Вот тут справа. Ну, расположение вот в этой казарме. Располагались подразделения. И потихонечку подъезжаем к территории автопарка, который был слева. А вот здесь были боксы. Да, это войсковых частей, в частности, подразделений войск химической защиты, батальон. Вот здесь были боксы. И вот уже стадион артбригады, стадион войсковой части 47-279. Артиллеристов против танкистов. Мы туда не едем, на стадион. Пока не едем. Может быть, еще проедем. Открыто. И вот с левой стороны уже автопарк. Мы сейчас развернемся здесь и заедем на территорию автопарка. Прямо к КПП войсковой части 42.030. Почему я подробно рассказываю, говорит, уверен, большинство знают, где что находилось, но в то же время большинство и не знает, мы не все же здесь были. Вот мы сейчас вот туда едем, поворачиваем сюда, поворачиваем, повернули. Вот тут дорожка небольшая. В общем-то, мы на территории автопарка уже. За спиной стадион. Вот пустырь. Это есть автопарк. Здесь лес. Шиповник на белом фоне. Растает скоро снежок. Дяденька один ходит с собачкой. Здоровался сейчас с нами. А это территория автопарка. То есть ни одного объекта здесь не сохранено. Вон собачка. Видно, сердитая сильно. С рукавицей. Да.
Вот с левой стороны дорога там начнется сейчас, где дяденька прошел. Тут как бы объездная дорога туда, на аэродром. Вот все объекты, которые здесь были, как видите, не существуют. Все это входит в состав заповедника территории. Вот мы куда заехали. И сейчас мы повернем направо, как дорожка идет, и мы туда. В левую сторону можно выйти. Территория вододрома. Там водоем для отработки навыков преодоления водных препятствий боевыми машинами пехоты. БТР, БМП. Мы объехали, мы вон там мы заехали с вами. Вон там КПП. По дорожке ехали, ехали и объехали вот тут часть территории автопарка. Я видел эти объекты, но мне еще не было необходимости делать фото, видео. Я не предполагал, что этим займусь. В 2000 году они тут успешно все стояли. Вот сюда, это будет, по этой дороге мы ехали. А это мы уже заезжаем, объехали стадион, так можно сказать. И вот сюда заезжаем со стороны спортзала. И слева на полигон. Вон там ворота были, забор до сих пор, элементы забора. Спортзал артбригады. Вот туда, на полигон. Стадион. Тыльная сторона. А так прямо и налево, там забор, и за забором подсобное хозяйство. За спортзалом столовая офицерского состава. И чуть далее, сразу же за столовой офицерского состава, плавательный бассейн. Вот туда мы сейчас и подойдем. Подъедем мы и туда, к стадиону. А к плавательному бассейну, да я что-то тут напутал. Эти лесенки всем знакомы, ступеньки. Помнятся всем. Здесь оркестровая студия была. Вон дверь мы проехали. Вот он забор, о котором я говорил. Вот сразу за забором, вот здесь туда дальше, там уже полоса препятствий. Некоторые элементы сохранились. Это тыльная сторона спортзала. Ну, какой шикарник. Столовая офицерского состава. Мы на велосипеде с вами ездим. В настоящее время это штаб-квартира футбольной команды. Здесь размещается. Так они говорят.
тренажерные залы. И здесь же, по-моему, частично размещается клуб теннисистов с некоторых пор. А вот уже тут бассейн. Вот это проглядывается. Да. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч. 27 декабря 2021 года. Мы проехали от КПП войсковой части 42.030 по дороге в автопарк возле стадиона артбригады других частей и вышли сюда. Солнце проглядывается. А вот капал дождь. И вышли сюда, вот, к столовой офицерского состава, с левой стороны, за забором подсобное хозяйство. Да, и бассейн. Вот мы сейчас, наверное, бассейн посмотрим. До свидания.